Праздничные мероприятия в честь окончания Второй мировой войны продолжились и сегодня. Начало сентября для ветеранов-фронтовиков столь же значимо, как и 9 мая. Михаил Конышев с подробностями. Сегодня в городском клубе ветеранов прошла мемориальная встреча, на которую собрались представители поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, участники боевых действий современного периода. Позвольте от имени главы города Кирова Владимира Васильевича Быкова поздравить с этой мемориальной встречей. Он просто сегодня не смог подъехать, занят, и поэтому он искренне выражает благодарность всем, кто сегодня на этой встрече присутствует. Для собравшейся молодежи ветеран Великой Отечественной войны Михаил Суслов рассказал о тех тяжелых военных годах. Он прошел всю войну, воевал на знаменитой «Катюше», которой очень боялись немецкие войска. Войну закончил в Праге. Организаторы встречи уверены, что подобное мероприятие имеет очень большое значение. Чем больше отдаляются от нас события военных лет, тем ценнее для нынешнего поколения живые рассказы ветеранов об этом периоде истории нашей страны и народа. Я считаю, что эту работу надо продолжать, и надо, конечно, охватывать вот ребят, школьников, вот в эту работу, чтобы они понимали, чтобы они знали, чтобы они непосредственно соприкасались вот действительно с той войной, потому что эта война была страшная. Михаил Конышев, Игорь Охотников, Вести, Кировская область.